Всем привет! Меня зовут Камила, и сегодня я хочу показать мои новые вещи. Вот такая вот есть ручка у меня с печатью. Тут открывается такая смайлик. Тут, то есть, что нарисовано, то и печатается. Это также мыльные пузыри, тут они откручиваются. Ну, у меня палочка туда упала. Вот такая вот ручка, она еще и светится. Ну, вот когда давишь на листике, видите, оно светится красным. Сами мыльные пузыри. То есть не когда пишешь легенько, а когда именно давишь. Можно ночью посмотреть, очень красивая ручка. Я ее выиграла на конкурсе. Так. Еще у меня появилась вот такая лошадка. Это какая-то новая лошадка, кучерявая. Они у нас продаются. Вот такой блокнот у меня только сегодня его купили. Вот так открывается эта обложка. А вот такие вот листики. Есть вот такие. Тут мои близкие. Вот такие листики. Сейчас покажу еще. Вот такие. Такие. Вот такие. Представляете, тут кучками идут. И вот такие. Такой блокнотик. Мне он очень нравится. Мне его купили за 12 рублей. Еще есть вот такой блокнотик с феей. Вот, в линейку. Тут 60 листов. Смотрите. Обычно 60. Дальше вот такой блокнотик с блум. Тут такая фиолетовая юнодарская. И вот такие листики. Вот блокнот сзади, а вот спереди. Дальше стружилка. Я ее выиграла тоже на конкурсе. Так открывается сердечко. Вот так. Чистенькая. Так она закрывается. Мишка Тедди. И ручка. Hello Kitty. Открывается. Но она не очень плохо пишет немного. Но заедает немного. Вот такой блеск для губ. Пахнет лимончиком. Так откручивается. Блеск. Здесь с бабочкой такой. Кукла моя есть. Она у меня новая, я их выстила. Извините, что я потеряла юбочку. Что? А такой юбочки у меня нет. Там такой футболочек своей. Бочка остается, но через горлышко не снимается. Есть вот такие шарики с днем рождения 3. Голубой, розовый и красный. Красивые. Дальше у меня есть деньги. Вот такие различные. Такие вот такие. Вот такие вот есть розовенькие. Осталось мне еще купить двадцатки и десятки. Ну и рубчики. И передвижка вот так, смотрите. Первая картинка и вторая картинка. А тут таблица умножения. И линейку можно так считать, только она до 10, не до 15. Я немного тут порисовала. И вот такая денежка осталась у меня. Красивые денежки. Я их покупала у себя. Ну что ж, всем пока-пока. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте пальчики. Пока-пока.